как могут лишь дети. Вечером она проверяла тетрадки, привлекло внимание одно сочинение. Прочитала: «Господи, как был бы рад я, если бы ты сделал одно превращение. Если б ты меня превратил в телевизор, я бы стал для каждого центром внимания, о себе заботу поломкой бы вызвал, сразу все бы мною тогда занимались. Я хочу занять телевизор место, чтоб вокруг меня вся семья садилась бы в кресло, и тогда мы с нею часами общались. Слушали меня бы, не перебивая, и не задавали вопросов ненужных, и отец усталость свою забывая, от меня тогда бы уж не отмахнулся. Господи, я знаю, что ты всемогущий, не сочти желания мои за капризы. Не покажется чушью, я хочу лишь жить, как любой телевизор. Мужу своему показала тетрадку, это же кошмар, он воскликнул с метелью. Бедный мальчуган, видно, парень не сладко, я таких родителей ставил бы к стенке влажными окнами.